Сегодня космический зонд «Розетта» закончит свою миссию, столкнувшись с поверхностью кометы Чурюмова-Герасименко, до которой «Розетта» добиралась 6 лет, исследовала ее последние 2,5 года. Всего ее миссия длилась 12 лет. По словам астрофизика Мэтта Тейлора, «Розетта» начинает стареть, приборы барахлить, и прощание с ней не стоит затягивать. Мы решили завершить миссию сейчас и использовать космический аппарат в тот момент, когда у него оптимальные возможности. Я бы хотел провести аналогию с рок-группами 60-70-х годов. Мы знаем, что некоторые из них все еще ездят в турне, хотя и петь толком уже не могут, а их ревматизм мешает играть на музыкальных инструментах. Поэтому рок-звезду «Розетту» мы хотим спустить, пока она еще находится на пике своих возможностей. До последней минуты своего существования, прежде чем присоединиться к спускаемому аппарату Филы на поверхности кометы, «Розетта» в прямом эфире будет передавать уникальные данные в Центр управления полетом в Дармштадте. Это центр управления полетом, где команда операторов в результате простится с «Розеттой». Конечно, не обойдется без слез, потому что эта миссия долгое время была смыслом жизни людей. Но будет и много улыбок, потому что то, что «Розетта» сделала для науки, было беспрецедентно. Jeremy Wilkes in Darmstadt, Germany, for Euronews.